Мы уже рассказывали о том, что конкурс детских рисунков, посвященных теме «За здоровый образ жизни», собрал огромное количество работ, выполненных учащимися образовательных учреждений округа. Всего их было представлено 238. И вот наступило время чествовать победителей. Лучшие из рисунков представили в Щелковском историко-художественном музее, где состоялась церемония награждения победителей конкурса. Каждый из участников подошел к работе над темой по-своему. Например, студентка третьего курса Щелковского колледжа Дарья Орлова нарисовала мать и ребенка. Я когда услышала о конкурсе ЗОЖ, у меня появилась в голове идея, как мать передает, можно сказать, свою жизнь, свои знания насчет всего этого ребенку. То есть он не знает, он, можно сказать, немного бесцветный. А мать помогает ему понять жизнь и переносит в его жизнь краски новые. Другой лауреат конкурса, ученица 7-го лицея Дарья Кирпиченкова, отобразила заявленную тему в совершенно ином виде. У нее в поддержку здорового образа жизни получился самый настоящий плакат. Рисунок является о том, что лучше гулять, пробежаться, чем лучше сидеть дома и смотреть телефон. А участница постарше, ученица 7-го класса того же 7-го лицея Мария Прокуратова, изобразила трех физкультурниц, танцующих в известном и всеми узнаваемом месте Щелково. В Дворце культуры занимаются разными секциями, спортом. Я даже там когда-то сама занималась. Поэтому мне очень было радостно рисовать, изображать Дворец культуры. По итогам конкурса дипломы и ценные подарки были вручены участникам, чьи творческий подход и исполнение в наибольшей степени впечатлили жюри. Оценивали работы профессиональные художники, представители силовых структур и сотрудники администрации муниципалитета. Этот конкурс показал, что дети наши действительно молодцы в плане того, что они способны, что они могут и рисовать, и заниматься спортом. А это, естественно, благодаря нашим родителям, которые воспитывают таких детей. Всего победителей 9. Жюри призналось, что определить их было очень непросто. Поэтому еще 7 участникам присудили награды за интересный подход к творческому воплощению темы. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.